Всем привет! Вторая часть у нас начинается с еды. Что у нас по обстановке? Пока поклевок особо нету. Вот люди тоже ходят, у них не клюет. Мы как встали вообще, закормили сразу. Ну, сначала чуть-чуть половили. О, поклевочка идет. Потом закормили. Перестал клевать. И вот через час, наверное, клев уже активизировался. Канатик, видимо, подошел. Сейчас хотя бы мелочь не достает, потому что вчера ночью это был ужас. Забанчик постоянно маленький. Вот такой вот. Он доставал. Так бывает, подыгрываешь, когда не клюет. И вроде начинает обращать внимание на мормышечку. Тише, давит, ребят, ну вообще прям, это сазаник. Перепутал все. Ту еще зацепил. Тише. Либо леска такая тоненькая, либо я не знаю, что там за монстры такие. Дикоси. Тише. Он что-то не сошел, он прям вырывает. Тихо. Покажите хотя бы. Капец какой-то. Да давай уже. Ходи. Ребят, не тянет, конечно. Как сазанник какой-то. Приятный по клевке. Тихо. Ладно. Тихо. Ой, ты что делаешь? Он сейчас не перепутал сейчас опять все. Тихо. Да это. Да капец. Сейчас бах сажал. Ничего себе, что там такое? Ты видишь? Что-то белое. Большое. Красное. Тихо. Зачетный палец. Да. Ну, клюв, ребята, разыгрался прям. Ночью бы так было. Зацепила. Ух ты, тише. Прям одна за одной. Эх ты. Нет. Здоровый карась. Давай, глянь, это капец.
смотри. Вот это орех. Обалдеть. Красавица. Вся тьма просто. Но он как-то обалдеть. На пол его не берет. Смотрите, какой. Ну, мы все отпускаем. Последнего взяли, нам достаточно. Блин, запутался. Вот такой вот стыдовяк. Назад не лезет. Не лезть назад, забирай. Последок к дону. Ой, хороший. Что мне не клюет? Сегодня все зачетные карасики. Тихо. Лер, мою мышку эту не вздумай давать. Я не могу так мою мышку найти, где на волосе. И плотва, и вещи, и карасики. Тихо, только подходит. Ой, перепутал. Немножко. Ну, тебя все равно не клюет. Тихо. Блин. Ну, небольшой. Ну, дерзкий. Да. Все, пускай его. Сейчас. Хватит. Наложили, смотрите. Это полное. Там человек не помогает. Также всех хотел поблагодарить за приятные комментарии. Всем спасибо, что смотрите меня, даете надежду на продолжение канала. Также хотел бы большое спасибо сказать тем людям, которые кидают донаты, поддерживают как-то. Я постоянно в описании оставляю ссылочку на донаты и также на свою карту. Всем большое спасибо, ребят, за помощь, потому что именно с этих денег я могу покупать что-то для канала, оборудование какое-то. Поэтому всех благодарю. Ну все, я дома. Что хочу по поводу рыбалки сказать. Не успела конец записать на ней, поэтому уже дома запишу. Рыбалка мне понравилась, но только уже с утра, когда у нас начало клевать, потому что ночью мы приехали, неизвестно почему, может быть из-за света в палатке, хотя мы накрывали лунки, ну, наверное, уже от палатки свет все равно же был. Вот, мы отошли в ночь, первый день, наловили карася, не в палатке, но холодно, конечно, было сидеть, вот, перетаскивать палатку мы не видели, вот. Потом уже с утра
начало поклевывать где-то с 7, скорее всего, да, мы встали, и до 12 клевало, как из пулемета. Но резко обрубилось все, скорее всего, там клюет, знаете, как в ночь, вот когда мы ловили карася, и с утра он начинает поклевывать, а потом все, затишка идет. Может, проклевывает, но уже так более-менее потихонечку, скорее всего. Вот такая вот рыбалочка получилась. Мне, в принципе, понравилось. Первый денек отдохнули, второй один за одним не успевали. Пришлось многое опять обратно в луночку отпустить, потому что слишком много карася нам не нужно было. Так что вы оцениваете рыбалку, пишите комментарии. Всем спасибо и всем пока!